Привет-привет! Это снова я. Сегодня решила приготовить пиццу. Сделала вот такое тесто для пиццы специально. Значит, слушайте рецепт. 600 грамм муки. Растворила сухие дрожжи, пакетик на молочке, на тепленьком. Добавила 2 столовые ложки сахарного песочка, чтобы послаже было, повкуснее тесто. И пол чайной ложки соли. 2 столовые ложки растительного масла, все перемешала. И можно вот в холодильничек часа на 3 это тесто положить, чтобы оно дошло. Вот у меня вот постояло, терпения нет, быстрее вот такое вот тесто раскатала тоненькое, такой большой лист, и буду делать пиццу. Смазала я кичунезом пиццу свою всю, и сейчас буду делать начиночку. Начинку любую можно. У кого что есть, что не нужно в холодильнике. Колбаса, сосиски, бекон. У меня бекон, ветчина копченая, колбаса копченая, полукопченая. Я всего по чуть-чуть добавлю. Помидорки, перчик болгарский и лучку добавлю. Будет вот такая вот у меня пицца. В бортики заверну кусочки сыра, чтобы борты тоже вкусные были. Вот так вот я сырок в борта заверну еще. Он расплавится, и будет очень вкусный бортик пиццы. Начинку я заложила, уже румянятся борта. Сейчас еще минуты 2-3 по румяню, добавлю сыр сверху тертый. И пицца готова будет.